Я Виталий Пасевич. Я Никита Подольский. Мы прорайдеры команды ФСБ. Сейчас поделимся опытом, как освоить дрифт на мотоцикле. Дрифт – это контролируемое движение с буксующим задним колесом без использования переднего тормоза. На мотоцикле обязательно должна быть установлена хорошая боковая защита. Клетка, сабкейдж и пегги 8 колес. Важное значение имеет настройка вилки и заднего амортизатора. Для дрифта отлично подойдут дорожные и спортивно-туристические модели с давлением не менее 2 атмосфер. Тренироваться желательно на ровном и чистом асфальте и в полной экипировке. Первое, чему надо научиться, это блокировка заднего колеса. Для этого необходимо разогнаться до скорости 15-20 км в час, выжать сцепление и резко нажать на задний тормоз. После того, как научитесь делать уверенную блокировку по прямой до полной остановки, попробуйте в конце тормозного пути делать занос мотоцикла на 90 градусов, максимально наклоняя его. Следующий шаг – это срыв заднего колеса в заносе. Чтобы сорвать заднее колесо в дрифт, необходимо сделать занос на 90-100 градусов. В момент максимального наклона мотоцикла одновременно бросить сцепление и открыть газ на 50%. На начальной стадии обучения, возможно, будет удобно выставлять ногу, чтобы лучше контролировать угол наклона и быстрее среагировать при потере контроля. Движение в дрифте – это правильный баланс газа и наклона мотоцикла. Радиус дрифта регулируется контррулением и газом. Если руль максимально вывернут и уперся в ограничитель, необходимо выходить из дрифта, постепенно снижая газ, чтобы не допустить хайсайд. Если мотоцикл уходит в лоусайд, основная задача – не закрывать резко газ. Резкое закрытие газа приведет к хайсайду, что намного опаснее. Иными словами, лучше перегазовать и завалить мотоцикл на бок, чем закрыть газ и вылететь из седла, как из катапульты. Чтобы выйти из дрифта, необходимо плавно убрать газ и выйти на прямолинейное движение. Дрифт не только один из самых эффектных трюков, но и полезный с точки зрения навыков управления мотоциклом. Надеюсь, информация была полезной. Следите за выступлением нашей команды на соревнованиях и шоу. А подробную статью читайте на Stantex.ru.